Всем привет! Хочу рассказать вам о масле для приучения щенков к пеленке. Я это масло приобрела в магазине «Шиншилл». Значит, это масло для коррекции поведения, для того, чтобы научить вашего щенка делать все свои дела на пеленочку. Вот такая коробочка. Во флакончике 50 мл. Очень удобный, можно одной ручкой пользоваться. Значит, производитель рекомендует нанести несколько капель вот так на пеленку и это масло будет стимулировать вашего щенка ходить именно на пеленочку. Мы пользуемся вот таким вот лоточком, в него складываем пеленочку. И это создает такое интимное пространство. Вот такое масло. Спасибо за внимание.